В Сергиевске 30 декабря завершился конкурс на лучшее новогоднее украшение территории. Предпраздничное состязание дизайнеров под названием «Зимушка-зима» проходит не первый год, и многие участники уже опытные. Так, семья Лукьяновых второй год радует райцентр своей композицией с оленями. У меня муж сварщик, он сам сделал этих оленей. Это, как сказать, ручная работа. И, ну, он говорит: мать, давай сделаем. Я говорю: да давай. Ну и вот. Украсили, сделали, нарядили, все для детей. Оказалось, что в Сергиевске есть и второй дом, где сам владелец своими руками создает арт-объекты, а в итоге там проходят стихийные фотосессии. Он также вошел в число призеров конкурса. Сварил с катанки, с проволоки. Я просто посмотрел в интернете, мне нравится, и в магазинах смотрю, вот эти олени красиво смотрятся, и решил сам попробовать сделать. Приезжают там, вот первый день на двух машинах приезжали, фотографировались. Приз за яркую иллюминацию получил в этом году Сергиевский техникум. Включились в конкурс и дошколята, им приготовили именные призы. Кстати, не первый год в число самых украшенных праздников входит и их детский садик «Сказка». Это наше молодое поколение, которое творили у вас. Все игрушки самые, которые у нас остаются после акции, мы вывешиваем на новогоднюю елку в центре Сергиевска. Вот я обращаю иногда внимание, идут с детьми, подходят, вот, моя вот там показывает. Вот у нас замечательно сделано вот само оформление елки, художественная школа тоже помогли нам, сделали. То есть это остается память, да, я думаю, что на долгие годы. Лауреатами конкурса «Зимушка-зима» стали в 2021 году и неравнодушные к празднику жители сел Боровка, Успенка, входящих в сельское поселение Сергиевск. А победители, получив призы, воодушевленные творческим процессом, вышли с инициативы проведения тут в Сергиевске и второго отдельного конкурса по снежным фигурам. Екатерина Реснянская, Антон Иванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3».